like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. У нас сегодня идет вот так в садик. Да, Изабель, покажи, мама тебе немножко волосики сзади подкрутила. Совсем-совсем легонечко. Что там, что-то ты нашла, да, уже? Ну, Изабель, посмотри на маму. Скажи всем привет. Все, проводила я Изабельку в садик. Выходные у нас прошли пустую, как говорится. Вообще на выходных не было интернета, не знаю почему. Интернет у всех поотключали. Именно у тех, у кого ХТП. Не знаю, с чем это связано. Может, что-то где-то поломалось. Вот, выходные были мы без интернета. Сейчас иду домой быстренько. Надо покормить деток. Готовить обед. Саша сегодня пошел на работу. Изабельку я уже отвела. Так, приготовила я уже завтрак. Детки уже встали. Сейчас покажу, что мы будем кушать. Мы будем кушать пшенную кашку, вернее, детки будут кушать, я пойду быстро заправлю постель, потом уже сяду. Вот, тоже немножко позавтракаю. Так, будем кушать пшенную кашку, я сделала какао детям, положила, вот если вы заметили, положила ножички, досточки, чтобы они сами разрезали себе булочки, делали бутерброды, либо же мазали маслом, ну и... Если хотели, мазали еще вареньем. Вот, так что буду их звать, они уже ждут, проснулись, когда прибегут завтракать. Так что всем, кто сейчас завтракает, обедает или ужинает, всем приятного аппетита. Хочу сегодня деткам приготовить вот такой вот супчик. Ну, не только деткам, мы тоже покушаем. Вот такой вот супчик со осьминожками. Также все подобавляю и покажу, что же получилось. Сейчас монтирую вложек в новой программе Vegas Pro 13. Моя что-то Camtasia закончила свое действие. И не могу опять я восьмую скачать. Девятую скачиваю, она ужасна. Ну как ужасна, она хорошая. Но дело в том, что она тоже идет пробная. И не знаю, где скачать уже крякнутую версию, то бишь, вы поняли меня. Вот. И получается, сейчас буду монтировать Vegas Pro 13 версии. Говорят, очень хорошая, но, конечно, более-более медленно она монтирует. Ну, тут, конечно, эффектов побольше. Надо еще разбираться с этими эффектами. Что, куда, зачем. Вот, так что монтирую. Пока я готовлю супчик, мои дети сейчас сядут, будут делать немецкий. Климушка будет заниматься по трем тетрадям. Такой вот тетрадки, вот такой вот тетрадочки и вот такой вот. Я уже поотцепляла здесь, отцепляются листочки в этих тетрадях, я их поотцепляла, чтобы потом удобно было складывать в папочку то, что мы прошли. И сейчас покажу, что он сегодня будет делать. У него сегодня на повестке 10 вот таких вот листочков. Здесь можно зарабатывать пункты. Если все правильно сделать, можно зарабатывать 10 пунктов. Климушке это нравится, когда пункты можно зарабатывать. Он знает, сколько он ответил правильно, насколько неправильно. И лучше писать,
начинает и визуально все запоминает. Вот еще листочки. Вот. Ну и вот такие вот тоже. Здесь надо поотмечать, какие цифры переписать сюда. Конечно, это больше, наверное, к первому классу. Но ничего, тренировать тоже нужно. Потом сюда вот вписать. Сюда вставить буквы. Здесь отметить, что к чему принадлежит. И здесь найти 4 слова. Вот эти вот. Одно слово нашли, второе, третье и четвертое. Вот так что он сейчас сядет у нас заниматься, а Ермачок у нас будет сейчас прописывать. Прописывать буковки. Пришла домой, еще не успела раздеться, еще в куртке стою. Первым делом быстро разорвала посылку, хочу вам показать. Сама еще не знаю, что там внутри. Просто сбоку разорвала и даже еще не заглядывала. И не помню, что я заказывала. Что-то заказывала. Сейчас посмотрим, что здесь. Вспомнила. Когда увидела, тогда вспомнила. Да, покупала я себе вот такие вот кисточки. По-моему, на сайте ВИЧ заказывала я. По-моему. Вот такие вот кисточки. И еще мне пришли вот такие вот типа стразинок. Ну что-то как будто бы это не стразинки. А может стразинки. Ну короче, вот такие вот стразинки. Сейчас открою, гляну и вам покажу. Да, там внутри стразинки. Через такой пакет тяжело было. Непонятно было, то ли это просто кругляшки какие-то, то ли это действительно стразики. Да, там вот стразики разноцветные. Ну и кисточки. Только вот не помню, где я их заказывала. То ли по eBay, то ли на ВИЧ. Где-то заказывала. Ну потом гляну, посмотрю. Вот сейчас буду раздеваться, кормить деток супчиком. Вот такой вот супчик получился. У меня сделала я зажарочку, как вы мне и писали, со сливочным маслицем. Добавила сюда еще зеленушечки. Так что сегодня у нас вот такие вот разные морские обитатели. Еще я сделала немножко сухарей, насушила. Правда, я их немножко сильно зажарила, но ничего страшного. Мы любим зажаристые. Вот. Будем кушать сухариками. Папа! Изабелька, скажи всем привет! Привет, шляпа! Шляпа. Изабелька сделала у нас вот такую вот в садике лягушечку. Да, Изабель? Лягушка садика. В садике лягушку сделала. Пришла с садика. Прыгает, бегает. Да, сейчас будем Изабель переодевать. Да, Изабель? Давай переодеваться. Ну, нет, уже не успела прийти, уже давай гонять. Климушку, Ермачка, да, Изабель? Готовься к десятилетию. Готовься к десятилетию. Вот так вот она, когда приходит, всегда нападает на Климу или на Ермака. Изабель, пошли переодеваться. Малышка. Изабель, пойдем переодеваться? Пойдем. Как это надо? Пошли. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too.
cause I'm growing old, but I need you to deal with my sorrow. Just a memory, just a broken frame, and I know that I have no one else to blame. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. I wonder where I'm.